В дежурную часть позвонил мурманчанин, который в качестве волонтера помогает служителям церкви, расположенной на улице Радищева. Он сообщил полиции, что из лавки пропали деньги. Оперативники выяснили, что злоумышленник камнем разбил окно, проник в помещение и украл 3000 рублей. Другой мурманчанин украл из торгового центра кеги для хранения алкогольной продукции. Он успел сдать их в металлолом за 450 рублей, прежде чем его разыскала полиция. Вырученные деньги он потратил на выпивку. Несколько учреждений в центре Мурманска заявили в полицию, что кто-то снимает с фасадов видеозаписывающую технику. В общей сложности был нанесен ущерб на 20 тысяч рублей. Личность похитителя удалось установить по записи с камер других зданий. А этот злоумышленник не успел попасть на камеру. Его заметили прямо из окна. Находились всей семьей дома, услышали звук разбитого стекла, выглянул в окно, увидел, как злоумышленник разбил стекло в нашем магазине на Урниковой 40 в нашем доме. На место преступления сразу же приехала полиция. Подозреваемого поймали, когда он выходил из магазина с корзиной, полной продуктов. Все правонарушители уже задержаны. По каждому факту кражи заведено уголовное дело.